можно сделать в данной позиции? Да? Вот заданная позиция остойчивая. То есть точка опоры раз, точка опоры два, три. Да? То есть в данной ситуации я могу интенсивно надавливать на спинной отдел, да, резко, да, хоть какую-то часть воды удалить. То есть вот что я делаю. Я там завтрак не оставлю. То есть вот таким образом, да? Надавливаю на спинной отдел, я могу часть воды удалить. Да? Хотел прилечь хотел. Вот таким интенсивным движением на спину, да? Есть позывы для удаления уважения? Тогда успел, да, спасибо. Тогда сказал, что есть позывы. Вот. Переложить через коленку, ну, сложно, реально. Еще один способ существует какой? Давай тебя опять в качестве подыхания. Ты уже не слышишь оттуда. На грудь ложись, на грудь ложись. Еще один способ, который существует. Мы проводили с вами, ты для массажа принял позу, да. Мы с вами проводили во время отработки упражнений по спасению напарника, да, проводили одно из упражнений, перенос пострадавшего от уреза воды или от уреза причала, да, что мы делаем? Подхватываем руками, да, снизу, да, упираемся локтями в коленочки, и таким образом толкали пострадавших вперед. Здесь мы практически примерно то же самое делаем, да? Только смотрите, что я делаю, да? Поднимаем тело пострадавшего к себе, да? Поднимаем тело пострадавшего к себе, да? И резким движением, в районе живота, да? А, достаточно, таким образом, резкие движения провожу, и это тоже способствует удалению воды. Один способ воду удалить, поверьте мне, нереально. Почему? Легкие представляют из себя губчатую грудную ткань, и попавшая в легкие вода моментально начинает впитываться. И еще вступает в реакцию с кровью. Морская вода по-своему, пресная вода по-своему. И удалить воду из легких нереально. Нереально. То есть и к этому стремиться не нужно. Это приведет лишь к потере времени. Значит, здесь не нужно заниматься. То есть вы увидели, что перестала хлюпать, какая-то часть милость, все, немедленно приступайте к сердечно-выдушной анимации, не теряйте легких. Я приводил пример, когда вот этот Арапченок, да, заглянулся. У него в легких хлюпало, булькало, но для меня это не послужило причиной за то, чтобы прекращать там что-то делать, да. Надо было прокачивать воздух по-другому никак. А вот когда уже реанимировали, да, в сопровождении арабов там отправили в гости 130 мл воды откачали из них. В полевых условиях это нереально. То есть там нужен специальный аппарат, отсосы, вакуумированные. Что ты хотел спросить? А если взять за ноги два здоровых парня, подняли за ноги вниз головы? Как Буратино! Я мультик смотрел в том же явно. Так не получится, в жизни так не получится. В жизни так не получится, к сожалению. Нереально. Представь, губчатая субстанция питала воду, губка. Как ты видишь? Ты можешь есть только выжимать. Только выжимать, да. То есть крутить. Нажать. Пострадавший сбежал сам. Ну, с этим такого не получится. Поэтому не надо терять время на попытку удалить полностью воду. Такая рекомендация. Ну, это она очень признанная. Какие еще есть вопросы?